Здравствуйте, мои дорогие. Начался мой переезд. Взяла пока две сумки. Здоровый чемодан, сын потом привезет. Не могла уснуть сегодня до 3 ночи. А 6:30. Татьяна меня разбудила. Ей уже надо было на самолет ехать. Сейчас пойду в магазин схожу. Что-то купить, поесть. Буду распаковываться. Я целые сутки не была в интернете. Даже не знаю, что там у меня творится. Погода сегодня пасмурная, но не очень. Ну вот, мои дорогие. Теперь я тут буду жить месяц. Татьяна Валерьевна уже в Питере давно. Мне вот придут, девушка придет в 3 часа. Подключусь я к интернету. Буду выкладывать видео, потому что уже 2 дня ничего не делала. Вот. Сейчас я вам покажу вид, какой из окна тут. Пока еще более-менее светло. Ветер сегодня такой на улице. Вон там вот за теми домами Ленинградка наша объездная. Но это вот стемнеет, свет будет гореть. Я вам покажу. Да, пасмурно сегодня и ветер. Не очень, прям скажем, погодка. Вот, еще что хотела вам сказать. Я мерзну в мурманских квартирах. Ира надо мной смеется. Тебе всегда было жарко. Чего ты мерзнешь? Я говорю, ну я же акклиматизировалась уже в Крыму-то. Поэтому и мерзну. Да, раньше было всегда жарко. Вот так вот. Время 2 часа дня. Уже темнеет на улице. Так. Прям жду, не дождусь, когда мне подключат интернет. Посмотреть, что там творится на канале. Да надо видео скачать. Ура, мои дорогие, я с интернетом. Пришла чудесная девушка Оля и подключила меня к Wi-Fi. Все, я ухожу на канал. Не обижайтесь, если кому-то на комментарии не отвечу. Я потом постепенно всем отвечу. Ну, сейчас посмотрю, что хоть там творится у меня. Мои хорошие. Теперь я начну делать из цемента. Ну, небольшие вещи, понятно, потому что ну, в квартире большое, это тут небольшие вещи буду делать. Сниму украшения, которые я вам еще не показывала. Так что будем работать. Пока всех с наступающим. Пока-пока, мои дорогие.